перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Как жизнь? Жизнь отличная. Как ваша жизнь, ребят? Теперь все. Все. Тысячу извинений. Ой, Миша, ну ты зверь, конечно. Я рад нашей видеовстрече, дорогие друзья. Рад видеть вас, пишущих наш комментарии в наш эфир. И как, ну, как, неважно, какие это, правильно, неправильно, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Сегодня здесь, в городе Санкт-Петербург, на Неве у нас творческий вечер Алекса Пеплова, посвященный, ну, его книге, да, «Пепел воспоминаний», да, как он его назвал. Он просто ничего не говорит, но он так сидит уже. Вот он просто сейчас, мне кажется, что он втихаря дал портвейна немного. Вот он. «Страждущий пепел сознания». Ну и мы решили написать небольшую песню на его стихи. Потому что те стихи, которые пишет Алексей Пеплов, это «People love this». Пеплов. Хорошо звучит, да? Пеплов. Пеплов, да? Алексей Пеплов. Ну, например, ты уйдешь, прихватив с собою мое сердце, разобьешь его, а железную дверцу ты стучишься туда, но я никогда не открою ее тебе вновь, я тебе отомщу за любовь. Ца, ца, ца. Просто уйди, просто уйди, просто уйди, но верни бигуди. Ну, такие бесконечные, талантливые стихи, о которых мы... Глюкозочка, дорогая моя, я приветствую тебя. Кстати, ты не в эфире, нет? А ну-ка, мы сейчас с глюкозой выйдем в эфир просто. А ну-ка. Соединяем. Соединение. Соединяем. Сейчас произойдет. Приветики. Ну, здравствуй. Вообще, я первый раз такое делаю. Ты не выходила никогда? Никогда с тобой, первый раз. Представляешь? Ты видишь, как? Как меня твоя песня впечатлила. А какой? Нет, ты оценил вообще, какой пони пиджак? Нет, я оценила твоего соседа рядом, он очень весел. Какой? Сильвербой? Угу. Посмотри, а ну, Лёш, сделай грустное лицо. Привет! Смотри. Как дела? Он молчит, ты чё? Привет, Наташа. Да, мы, кстати, знакомы. Ну, что посмотри, вы там? Посмотри, как он грустит, посмотри. Вот смотри, я про него песню. В этот Питер крадется снег. Я один здесь сижу на... Хотел сказать на Ваське, а люди не поймут, да, в каком смысле, что это Васильевский остров, да? На каком таком Ваське он сидит? А что вы не играете в баскетбол? Вас не взяли? Ну, мы, во-первых, карлики, мы, во-первых, лилипуты. Хотя я знаю безумное количество лилипутов, которые очень неплохо играют в баскетбол. Вот. Ну, не наши это просто. Понятно. Мы больше подавать мячи. Мы больше, знаешь, одеть эти шальные юбки с бубонами, просто представьте, группа поддержки. Ну, есть у нас такая шотландская традиция. Но а у меня вот тоже есть здесь пассажир рядом. А как переворачивать камеру? Стрелочки, вот двойные стрелочки есть внизу. Внизу справа около смайлика. Вот. Два раза на экран нажми, вот так даже. Ты понимаешь? Два раза на экран нажми. Два раза на экран нажми. Видишь, какая у меня девушка красивая сидит здесь. А что, она тебя снимает, когда ты снимаешь? Может, нам тоже с тобой дуэт писать?
Скажи, пожалуйста, она снимает тебя. Я не вижу, ты ей голову отрезала. Ты ей голову отрезала. Вот. Вот. А ты где находишься? Ладно, голова не важна иногда, ты же знаешь. Да, а ты где находишься, Наташа, скажи, пожалуйста. Я нахожусь в городе Иваново. Иваново? Да, в Иваново же мы. В городе невест. Сижу, ем. Видишь? Нет, мы с ней в городе невест, на так сидит, не ест, их не пьет, их никто не найдет. А? У тебя концерт сегодня или что у тебя? У меня концерт, я выступаю у девушки, ей 30 лет исполняется. Как ей везет, посмотри. Серьезная, как ей везет, дата, ты? Только все как... начинается. Скажи, пожалуйста, вот что ты можешь пожелать вот девушкам? Это наша рубрика, программа, она «Говори, почему же ты молчишь», и мы выходим на связь и со звездами, и с людьми случайными, которых мы выбираем. Что ты можешь пожелать людям для того, чтобы они оставались молодыми, в хорошей форме, легкими, веселыми, вот именно такими, какой являешься ты для нас, для простых ребят из Ростова? Ну, а пенсионные препараты? Не, на самом деле, что ты, есть какая-то, я не знаю, там, позитив, йога. Вась, на расслабоне быть, позитив, кайфовать, да? От жизни, да, заниматься любимым делом. Мне кажется, это самое главное. И слушать Басту, даже если грустно, ну, слушать Басту. Ну, конечно. Если весело, тоже слушать Басту. Вот ты видишь как. Ты видишь как. Вот. Скажи, как я предлагаю уже разные... Я могу сказать, что у меня музыкальное телевидение. У меня есть первый канал Вася Бастов, второй канал Нагана. Нет, второй канал Нинтендо. Третий канал, как НТВ, Нагана. Можно так сказать, что? Но ты вообще многогранный очень человек, если честно. Вот так сейчас. Леш, вот сейчас слушайте, вот все слушайте, ребята, и записывайте эти слова, которые мне говорят. Дома. Они меня просто загнобили. Ты одно и то же, бесконечно ты нас достал уже, мы не можем просто... И хавают, сидят. Ну, в принципе, им нечего сказать. Знаешь, вот. Тяжело противостоять. Я поверну сейчас камеру. Кроме того, что вот этому надо покрасить в черный цвет. Леш, скажи, какую краску, почему именно безумный серебряный пепел ты выбираешь? Это у него реверсионная хна. Это он по коричневому бьет, у него отдает белый. Ну, он, кстати, выглядит практически как президент Газпрома Александр Дюков. Знаешь, это в тренде сейчас. Да? Вы сегодня там выступаете же. Да? Леш, ты просто в тренде, ты понимаешь? Миш, Миш, я предлагаю тебе просто покраситься. Ого, у тебя несколько их там? Конечно, ты же, конечно. Здрасте, приехали. Конечно, а почему конечно. Они у тебя в разных углах сидят? Они наказаны? Наказаны, ты правильно понимаешь, что это просто, ну, хамы, и мы сейчас разбираемся, почему вот так. Мы узнаем, кто съел эклер, мы хотим понять. Наконец-то, у нас долгий тут рамс, тут людей уже много полегло, но мы хотим, кто съел эклер. Потому что посмотри, что они съели. Я на диете, посмотри, что они съели просто. Ну, ты, кстати, в нереальной форме. Ого, микрофончик такой нормальный. Они съели просто, я пришел и говорю... Они съели твой микрофон. Да, в хорошем смысле этого слова. Ты понимаешь, это знаешь, как домой приходишь, а есть хаски дома, знаешь, вот хаски людей, ролики выкладывают. И они так говорят... И что же ты наделал? Хаски, когда порванные диваны, они просто съели, уработали торт и рыбу. Посмотри, что они сделали просто. Кости оставили. Ну, знаешь, рыбу нас не удивишь, так что у нас тут тоже есть и рыба. Сибас. Вот, есть печенье юбилейное, и горшочек тут есть. Кашка из топора. Я вообще не ем, прикинь, я на сухаре. 9 килограмм скинул 25 декабря. Я все время смотрю, как ты боксируешь. Не, я больше сирую, чем бок, но все равно стараюсь не сдаваться. Нет, я прям... Хотя ты в любой форме, тебя, ты же знаешь, харизма наше все. Вот не надо так говорить. Мы стоим, не я знаю по опыту, что так говорят пожилым людям, которым уже ничего не слышно. Нет, я сказала Маше, я тебя уже... Про себя и тебя. А, я думал, ты мне говоришь все. Но я пожалуй, когда я начал, я пришел в зал и начал заниматься, ну, типа боксом, знаешь, в легкость, ну, у меня-то, я старый спортсмен, известный, да. Я пришел туда, и мне пишут комментарии. Из тебя сыпется песок, плечо дернет. Я понял, что мне 30, сука, 7 лет. Я уже пожилой человек, но я из тех людей, которые, как альпинисты, карабкаются
вверх. Грустная музыка. Па-ба-ра-та-ди-да-па-ра-ди-ба-ду-да-де. Главное, вера в себя, ты же знаешь, Вася. Вот сейчас, ребята, мы будем делать. Мы сейчас будем... Так, ну что, мы открываемся или как? Все. Да, мы тебя обнимаем. Спасибо большое, что ты уделила время. У меня к тебе есть дело. Я готов. Приезжай в гости. Может, ты на студию заедешь когда-нибудь? Я вообще с огромным удовольствием. И я в таком кайфе, кстати, от трека, то, что вы сделали с Паулиной. Правда. Скажи, Вася, скажи, честное слово. История. Знаешь, вот сейчас не то, что у нас там кто-то смотрит. Обожаем тебя просто. Ты спасибо. Вот везде, везде всегда очень органичен. Это невероятно круто. Талантик наш. Спасибо затычку. Тебе за этот эфир. Спасибо, кто был с нами. Это прикольно. У меня первый раз такое. Подожди, дай я улыбаюсь, я сделаю этот... как он называется? Скриншот. Да. О, это мой первый раз. Все, мы тебя обнимаем. Спасибо большое. Давайте. Хорошего вам концерта. Шнуру привет. Он же с вами обязательно, там. Обязательно. Обязательно. Спасибо большое. Спасибо большое. Жалко, я не... Дорогие друзья, вот такой вот замечательный эфир. Так, Батруха тоже. Господин Батрудинов тоже. Мы сейчас просто постараемся выйти на связь. Так, 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 так. Сейчас, ребята, ребята, ребята. Ребята. Да что ж такое, а? Тихо. Я, Миш, у меня идет про вечерняя программа. Можно не... Не это самое. Сейчас. Да что ж такое, а? Миш, зачем ты эти вещи делаешь? Вот страшные. А если кто тебя увидит? Так, ну что ж, мы приглашаем замечательного человека, который... Сейчас с нами будет в эфире путем несложных манипуляций. Вот. О, текила тоже здесь, да? Скрывать. Скрывать, он мне предлагает скрывать от него наши прямые эфиры, но нет, мы всегда на связи. Итак, добрый вечер. Интернет работает дальше, ищем. Текила, текила, текила. Ну что ж такое, вот, сейчас. Так. А как у него пишется текила? Кто знает, ребят? Блин, вот у меня неправильно все просто написано, а? Ну как, ребята? Миш, как текила пишется? Я не могу, прикинь, я протупливаю, не могу найти. Вот сейчас он здесь в эфире, а его нет. Ну все, да его, ну, будем искать все-таки. А, Т, нижнее подчеркивание. Т, нижнее подчеркивание, килла. What up, GB? What up, nigga? Who's the love, far away, sisters? Что там улица шепчет? О чем кряхтят подворотни? Старик, ты же у меня украл это слово, о чем шепчат улицы. В смысле? Слышишь, много чести у тебя еще воровать что-то. Ах ты крыса. Ах ты секомболь. Хорошо, ладно. Ты когда... А ты приехал уже, ты в Москве? Не, я вот уже сейчас на поезд падаю. Мишка, Миша, встретите завтра, хорошо? Я с Мишей уже созвонился. Миша ж тоже мой кореш, меня не запугаешь. Он твой кореш только потому, что мы тебя терпим. На борту, понимаешь? Ну, спасибо, спасибо. Ты знаешь, в один момент открывается форточка, и ты простужаешься. Потом ты будешь кашлять, сморкаться, и у тебя будет высокая температура. Где ты сейчас находишься? Скажи, пожалуйста. Вы просто видите во мне будущее, поэтому вы меня не обрезали.
Я говорю, ты где находишься, ты? Я в Мурмур. В Мурмур. Такое заведение, знаешь, в Киеве. В Мурмур? Да. Старик, я о плохом не хочу думать, ну просто ты лучше дальше ничего не говори, брат. Не, больше. Так, сейчас мы все находим текилу. Я, как Т низкое подчеркивание кило, да? Текила. Так, сейчас. Как напридумывать же? Это же не написать. Блин, я не могу. Миш, как низкое подчеркивание? Елки-палки, а? Сейчас, Т. Где? А вот, все. У меня нет такого. Тилах. Где? А, маленькая Т, елки-палки. Сейчас, подожди. Маленькая Т, тире. А, нижняя, елки-палки. Ну вот это зачем нижние подчеркивания? Это же вообще... И где? Ну вот. Ну я попишу, и где он? Не, на... сотри. Так, ребята, ищем сейчас. Давай. И где он? Угу. Все. Давай, я пишу, пишу. 2L. Иллах, да. Да? Да. Ну, запросы, да? Зрители, нету такого? Нету. Ребят, ну... Не смотрят тебя. Вот он, вот он, вот он, вот он здесь, тихо, вот он. Точно. Войти в прямой эфир с Иллах. Ты видишь, как я просто... Я... Старик, ну ты не мог быть не в очках, братик. Ну ты не мог не быть, не в очках, конечно. Да все, старый, зрение плохое. Фирма, просто фирма. Ты где, в Лас-Вегасе, я надеюсь? Да нет, в Москве таксую. Видишь, субботы, концертов нет, надо выживать как-то. Старик, я тебе скажу, то, что у тебя были концерты, это вообще чудо, братан. То, что кто-то приходил, это чудо, а концерты-то были много у кого есть. Мы про тебя, мы сегодня про тебя разговаривали с Ярушиным, брат. С Ярушиным? А, знаю такого, да. Да. Хорошим словом тебя вспоминали. Да. Я помню, как я с ним в Хабаровске истребителей ловил на улице. Да? Это что значит? А вот, и вот такие комары были у нас на выступлении. Не, сегодня попросил. Что нового, скажи, что нового в твоей жизни? Я слушал, я, кстати, слушал песню, которую мне Костян присылал, которую ты записал с французом. Или об этом еще не знаю? Да, да, да. Он мне говорит, давай Васе закинем. Я говорю, Васе бесполезно закидывать. Конечно, он мне закинул, я сказал, конечно, это билиберда не про меня, но сделано очень круто. Но я имею в виду, что я туда еще, да, а что я туда сделал? Спасибо. Просто Костяну респект, что он... А ты не слышал, как на мой бит девчонки Джеру... Да, он мне показывал даже фоточку. Известная девочка какая-то, да. Когда ты успеваешь Васе песни писать и биты делать? Старик, я просто это делаю постоянно. Скажи вот Костян, передай привет Костяну, ему будет очень приятно. Что Костяну, мы с ним постоянно на связи, и тебе, Вася, огромное Костян, спасибо. Костян, большой джи, и Тимохе большое спасибо, что познакомил. Здравствуй. Меня Тимоха познакомил с ним, замечательным нашим другом, он живет в Лос-Анджелесе, где у него большая студия. Очень Костян, крутой, это смотрящий за Лос-Анджелес. 100%. Амиран недавно видел, выложил Черного, который его до этого в видосах у одного блогера пиздоболом называл. Костяныч нашел этого Черного. Не матерись, меня дети смотрят, Ну, старик, кто-то Амирана так называет, это ничего страшного. И мы сегодня шутили по этому поводу. Костян их поймал. В Лос-Анджелесе Черного этого нашел на улицах и заставил извиниться. Старик, понимаете? Вы воруете мои фишки, ребят. Вы то сделаете то, чего я делал всегда. Заставляете извиняться людей, которые хамят и говорят неправду. Старик, но ты это делаешь через Твиттер, мы через Ютуб. Как через Твиттер и Ютуб? Я это делаю аналогово, непосредственно. Скажи, пожалуйста, есть у тебя какой-то рецепт молодости, счастья, радости? Вот мы сегодня, у нас программа, у нас сейчас была глюкоза в эфире нашего дорогущего шоу. Скажи, пожалуйста, да. Есть ли у тебя рецепт, рецепт молодости вообще? Ну, честно или отшутиться? Да,
Нет, честно, честно. Честно, ем, стараюсь есть нормальную пищу. Ну что ты ешь? Ну ты-то миллионер, богач. Наоборот, салат. Да ты говори, да, пару, да, потому что и так все знают, что ты понторез. Ну просто говори, можешь хотя бы в программе сказать. Да, да, да. Очки Гуччи, Гуччи. Оп. Ну скажи, па, что ты ешь? Ты хлеб ешь вообще? Хлеб не ем жареное, не ем мясо вообще. Ем рыбу, кролика, стараюсь на пару и салаты. Супер. А борщ ты ешь? Борщ ем, конечно. Ну, вот это самое главное, что оставлять наши самые главные элементы нашей кухни. Борщ. Сало иногда можно. Колбаску. Все. Мы тебя ненавидим, и в этом наша любовь к тебе. Будь счастлив, дорогой мой друг. Будь аккуратен. Спасибо, Василий Михайлович. Пожелаю, скажи спасибо программе «Говори, говори, но почему же ты молчишь за то, что ты был у нас в эфире? Говори». Короче, ребятки, сегодня суббота. Не, программа «Говори, говори, но почему же ты молчишь» называется наша программа. «Говори, говори, но почему же ты молчишь». Так, «Говори, говори, но почему же ты молчишь». Спасибо, что пригласили. Спасибо, что буду ждать еще приглашения в ваше шоу. Не забывайте все, будь, меня. Все, будь проклят. Так, ну что, есть еще силы, ребят, у нас на несколько эфиров. Будет желание еще поболтать с кем-то? Так. Еще посмотрим, кто сегодня здесь у нас в гостях. Так. Леш, Седой, ты смотришь эфир, что ли? Нет, просто. Нет, видно, что ты смотришь эфир. Ты же рядом сидишь, брат, а что? Так, сейчас мы посмотрим, кто. Так. Сейчас. А, наверное, в поиске надо без этого самого писать, да? Угу, точно. Так, и что? Мы дальше продолжаем наблюдать. Мы дальше. Один Джиган, ты же был, куда ты ушел? Денис, вернись. Просто ни стыда, ни совести. Джига, вернись в эфир. Ну как же, ну. О, Яна. Мы сейчас Яна выведем в эфир. Ребят, сейчас будет в эфире. А, вот. Прикрепить комментарий. Все, Тимура мы поймали. Я увидел, как он пишет. Ян, ну как дела? Скажи, пожалуйста. Хорошо, как твои? Мы в Питере сидим, у нас здесь формировался небольшой дискуссионный клуб. А я уже посмотрела ваше шоу «Говори, говори». Нет, что? Это ложь, это все ложь. У нас а, это... новое уже какое-то? Ну, ты понимаешь, каждый гость, который мы подключаем, мы его погружаем в другие, ага, другие условия. У нас здесь небольшой дискуссионный клуб, здесь так. Большие знатоки поэзии, большой фанат Есенина, непосредственно сам Алексей Есенин. Привет. И Михаил Маяковский, естественно, из Москвы, Маяковский. Угу. Вот, как бы. Я, к сожалению, еще не определил, хотел что-то по-быстрому, да, сказать. А хотел сказать сразу хайпануть, хотел сказать. Вася Бродский. Назовите меня просто Вася Бродский. Ну, как-то я понимаю, что с моим лицом... Я с удовольствием жду от вас каких-нибудь наставлений, советов мудрых. Нет, мы не вообще не за этим. Мы не за этим. Мы хотим тебя спросить, вот, телезрительницам, которым смотрят нас, что ты можешь пожелать? Вот ты, девушка, ну, слушай, смотря твои стихи, как ты их читаешь, и читая твои стихи, которые написаны. Читаешь, да, прям? Да. Ну, ты знаешь, у меня любимое к папе для отца стихотворение, самое любимое, которое у тебя есть, это вот про что-то зависло, Яна. Включимся. Так.
Подруга, все, мы подключаемся. У нас как всегда. А у вас съемка идет? Никогда не дарили голубь. Слушай, у нас громко очень. Все, я вас обнимаю. Подожди. Туалет, мои человеки. А у голубь символ еды. Отлично. Свадебный торт. Все, обнимаю. Так, Янка. Так, все. Открепить, да, надо? Отменить прикрепление комментария. Яна, напиши, пожалуйста, если у тебя лучше стало интернетик, а, пожалуйста. Так, еще раз. Так, Яна. Сейчас я смотрю. А, вот, Янка, все есть. Леша, ты Есенин или нет? Леша, если ты Есенин, ты можешь просто жарить спирт, а? Кто-то связь нас разлучила. Да. Ты можешь жарить спирт, Леша, если ты праправнук Есенина. Миша, а ты переставай доставать из широких штанин, ладно? Я тебя прошу. Леша, нельзя говорить с Есениным. Это как говорить с Асаем. Знаешь, я просто учу ребят, говорит, знаешь, Асай есть. Да, Асай. Конечно. Асай, ну, конечно. Замечательный. Ты знаешь, кстати, что Асай выпустил книгу, и одна его книга стоит 10 тысяч рублей. Я очень хотела почитать, но бедным поэтам не платят столько. Серьезно, надо его книга стоит. Надо поговорить с да, Асаем. Очень, я очень хочу почитать. Может, там какие-то тайны важные, а я так и не узнаю. Да. Блин, надо. Я, наверное, сделаю. Миша, запиши, пожалуйста, у нас в плане дел, которые мы должны сделать. Я думаю, что мы купим просто книгу Асая, перефотографируем и будем ее все переписывать, так сказать, от руки. Да, я думаю, диссиденты, что там что-то есть. Да, что-то все сакральное. Конечно, конечно. Как прошел твой вечер? Творчество. Ой, очень хорошо, спасибо. Очень много бабенок было. Вот это вот много бабенок. Слушай, я пользуюсь твоим эфиром, скажу. Да. Вот мы так пообщались и решили, что у меня очень много девочек. Супер. И они одиноки. И я вот приглашаю на следующий свой какой-нибудь вечер молодых людей, которые в поисках, которые одиноки. Нет, ты не молодой человек, Миш. Ты уже пожилой и достаточно, ну, как сказать, ты уже не заветрившийся, продукт заветрившийся на прилавке. Вдруг, если у тебя... Миш, проходи. Я просто не знаю, как привлечь мужскую аудиторию. И вот я зачем думаю, они тебе так... нужны? Зачем эти детские, ну, а слушай, а вдруг я вот создам какую-то... Зачем тебе эти обидчивые, несущие в себе детскость субъекты? Ну, хотя, в принципе, я согласна. Ты же понимаешь, читая твои стихи, мужчина будет, когда ты будешь читать свои стихи, тебе надо тогда для мужиков что-то написать. Вы не так плохи, лохи. Или там... Я это воспользуюсь. Ты супер, хоть ты и сутер, да? Ну, что такое? Вот какие-то... Пожалуйста, несколько накидай мне, я как бы... Ну, какие-то, знаешь, чтобы мужчина, потому что читая твои стихи, всегда чувствуешь себя какой-то сволочью, честно. Знаешь, что... Ты, да, вот, ну, не, я тебе просто... Тебе же интересно, интересно. Обычного, мнение обычного читателя. Потому что чувствуешь себя каким-то, знаешь, потребителем женским. Да, вот такие глубокие, о глубоких женских личных переживаниях. О том, что вот так. Чувствуешь себя... Тебе надо какую-то, знаешь, такую подводить, сказать. Ну и ладно. Ну ты... ничего. Прощай. И вот так. Миш, давайте на следующий концерт. Сколько вам надо выделить бойцов туда? Слушай, ну вот смотри. Ну так, на глаз. Сколько дамочек было на твоем концерте? Слушай, ну, штук 70 нам нормально будет. 70? Ну, бойцов, да. 70 бойцов? Да. Ну, сколько девушек приходит? Ну, вот было 70. Ну, ты знаешь про статистику. Тогда надо... Слушай, 69. Ну, одна была с парнем. Вот одна. Остальные... Одна, все, но это она заставила.
Надо конечно, было ее отругать да. прямо там. Ты это бы видел, как на мои концерты. Видел его несчастное лицо. Я говорю, ты бедный мучаешься. Он говорит, нет, ты что? А врет. Смотрю, вижу, мучается. Ну, что я? Любовь. Ко мне такие же любовь. На концерт приходят. Я говорю, тебя девчонка притащила на концерт. А он сидит такой, нет, нет, а я же вижу, что заставил. Да, да, да. Много, ребят. Страдает. Миш, с Яной возьмете, когда будет концерт тогда, ну, для фанатов ЦСКА, для достойнейших из достойных, самых лучших на земле. Мы готовы. Да, Миш, просветиться, послушать замечательную поэзию. Девочки чуткие Яна. Приходят, такие видно, а у нас какая такие там... ребята чуткие, Ян. Да, у нас ну просто у нас слезы она... льются, когда вот про тогда все. Я следующее свое выступление в ГАЗе делаю, Вась. И там легко. Мы... легко. И, давай пож... и сразу давай поженимся. Вот, Миш. Сразу. Собери. Тогда можно устроить просто, можно, если у нас будет футбольный фанат, можно устроить просто драку там, мне кажется. А, драку? Девчули против пацанов. Ну, такую шуточную, знаешь, они их побьют, они будут говорить, ой, их не бейте. Батл. Ну, за все поблагодарят. Все, мы тебя обнимаем. Спасибо, что была с нами в нашей замечательной программе. Спасибо вам большое. Всегда мы на связи. Обнимаю. Пока, пока. Так, ребят, дорогие друзья. Так, кто еще здесь на связи? У нас сейчас будет последняя еду, да, принесли, Мишан? Нет? Мы ждем контрольный прием пищи. Спасибо всем, кто был с нами в эфире. Замечательные, удивительные люди. Сейчас мы сделаем еще одно подключение. Еще одно подключение. Так. Так. Подключение делаем. Ребят, пожалуйста, не пишите оскорбления, не будьте зашкварными чухомойками. Я вас прошу, пожалуйста. Ну, пишите оскорбления. Вы хоть там лицо откройте там свое. Ну, чтобы мы знали, то вот это пишите, как какие-то это самые. Чухомосы просто. Вы что, не знаете, что это зашквар написать комментарий без аватарки или на аватарке, на которой не ваш настоящий лиц? Ну, будьте мужчинами. Будьте, говорите прямо, честно, культурно, по делу. Так, ожидание. Отмена. Не срослось. Ищем дальше людей, с которыми мы сейчас мы выйдем в эфир, дорогие мои друзья. Угу. Итак. Так, 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 за что сделать? Так, дальше продолжаем, дорогие друзья. Так, отклонили наше приглашение, дальше продолжаем. Находить людей, с которыми мы с удовольствием выйдем в эфир. Есть путем случайных. Артем. Ну, короче, понял. Все. Я примерно прочитал, но не понял не так. Артем, привет. Да, как привет. Дела? Скажи, пожалуйста. Посмотри, Серый, пожалуйста. Нормально, как у тебя? Хорошо, все хорошо. У нас вечерняя наша программа, нерегулярная, не специальная, но душевная программа. Говори, говори, почему ты молчишь. Скажи, пожалуйста, в каком я городе слушаю. Ты живешь? В каком городе я ты живу? Живешь? Вообще я с Ростовской области. Откуда, скажи, пожалуйста? Я, ну, в общем, может, я не знаю, неизвестно, с поселка Зимовники, ну, с Волгодонска. Ну, как, не, ну, как, ну, почему? Как ну, мало ли. Как не знаком. А сейчас ты где находишься? Там, сейчас в Москве. Не, сейчас в Москве. Чем промышляешь в Москве? Промышляю, работаю. Работаю, гуляю. Больше тут нечем заняться. Ты сейчас с кем? С друзьями или с кем? Ну, да, вот с одним из них. Здорово. Тоже оттуда, а ты что, в наушниках я. Тоже? Вы что, вдвоем рядом сидите в наушниках, что ли? Нет, я просто наушники снял. Он из Ростова тоже или нет? Да, тоже со мной, живет недалеко от меня. Здесь, да, или там? Нет, там же, где я живу. Да, сейчас в Москве. Супер. Скажи, пожалуйста. А как дела? Давай... Я прям не ожидал, у меня слов нету, не знаю, что сказать. Прям от души приятно.
круто. Вот, кстати, сегодня ехали мы в машине, знаешь, какую твою песню слушали? «Город мой город». Да. Конечно, старушку, конечно, конечно, старая песня. Прям ваш... Я ее переключил. Ты можешь передать, ты можешь пользоваться нашей вечерней программой, передать привет в свой родной поселок, город, откуда ты, и своим друзьям. Я думаю, что они... Я передам все как положено. Передавай, передавай, говори. Передаю привет Зимовникам, всем Волгодонске, Ростову. Все как... Прям будьте счастливы, здоровы. Супер. Мы тебе тоже обнимаем. Спасибо, что был с нами. Мы дальше продолжаем наш эфир. Счастливо. От души, приятно. До свидания, счастливо. Мы продолжаем, дорогие друзья, наш замечательный эфир. Продолжаем наш замечательный эфир. Мы сейчас находим еще одного чечика. Так, Серега, Серега, Ануф, ты где? Серым. Серым на связи. Сейчас мы выходим на связь. Сереж, ну ты что, пил, что ли? Василий Михайлович, нет, спал. Отдыхал, отдыхал. Отдыхал, да. Что нового, скажи, что у тебя за розовый финдиклер за спиной? Что это за... Это дизайнеры, Василий Михайлович, это не я. Да? Скажи, пожалуйста, что нового, что ты хотел бы... Как, ты хотел передать привет в какой-нибудь город, какому человеку? Просто? Я хотел бы привет. Мише с Лешей привет передать, они скучают там за тобой. Леша. Ты забрал все лавры у пацанов, Вась. Сереж, Сережа передает тебе привет. Сереж, тебе тоже большущий привет просто. Брат, я забрал все лавры, потому что я их дал, понимаешь? Это такое... Дал, забрал. Ну, как, не, я же не честный человек, я хайпоголик, понимаешь? Я не могу позволить какому-то человеку, который красит голову в белый цвет, отбирать у меня славу. Ну, разве такое я могу допустить? Нет, конечно. Скажи, пожалуйста, что ты можешь пожелать вот нашим зрителям вот в этот замечательный эфир сегодня? Что ты можешь пожелать им? Алло. Василий Михайлович. Да, что ты можешь пожелать нашим телезрителям, зрителям, которые сейчас находятся с нами в эфире? В новом году удачи, Вась, и счастья. Сурово, но по делу. Мы тебя обнимаем, Сереж. Спасибо, Вася. До связи, до встречи. Обнимаю, крепко. Обнимаю. Обнимаю, родной. Так, мы продолжаем дальше. Дорогие друзья, наша программа «Говори, говори, ну почему же ты молчишь?» набирает оборот. Миш, ну пузо в тени, елки-палки. Ты попал сначала в кадр и выглядишь как злостный какой-то. Какой-то теленок просто. Понимаешь? Ну, как-то надо все-таки собраться, делать, как я, втягивать животик. Мы-то уже не молодые люди. И нам-то уже... Седой, видно, что Седой уже устал присутствовать здесь. Просто, ну, просто нет, видно. Так, Киев Стонер. Ну, Киев Стонер, это же не гость. Киев Стонер, это же не гость нашей программы. Киев Стонер, это не гость нашей программы. Это постоянный, это соведущий, понимаешь? Соведущий, да. Добрый вечер, приветствуем ну, всех. Ты вышел из... Я уже в самолете. Ты в плацахе, да, едешь? Ну да, по-скромному. В плацкальде. А тебя не слышу, да, те, кто с кем-то раз сидишь, да? Да? Так, скажи, пожалуйста, это с тобой или ты случайно попутал? Это, короче, группа сопровождения, понял, эти подтанцовка на моих концертах, короче, и так далее. Да ладно. Да. У меня все четко, да. Это с тобой Зина Прокопчук? Это, как ее? Катя Рыбка со мной. Катя Рыбка? Нормально да. Ты. Нормально. Ну, ты ну, про тебя книгу, что ли, пишут? Конечно. Когда ты хапи, она пишет книгу, как ездить с пацаном, который раньше хапил на поезде в Москву. Вот так вот. Она решила сделать про тебя, да? Про тебя книгу написать, да? Конечно. А да. Как она тебя, как ты думаешь, вот сейчас Рыбка раздает всем там разные погремухи, там, ну, в своей героем своей книги. Как бы она тебя назвала, скажи? О, она бы пирожок, скорее всего. Окунь, сука! Пирожок. Ты помнишь на батле? Ты помнишь на батле это? Окунь, сука.
Да, да. Не, ну мне больше всего панч понравился грязного Рамиреса. Я до сих пор у меня из головы не выходит, я не знаю. Про... А, братан, это конечно. Нет, ты помнишь, это когда Птахин панч про окунь, сука, когда он запалил самолет? Не совсем. Ты не слышал это, ты? Не, я ж просто, ну, ресторатор просил не рассказывать. Это ж тебе это все равно, у тебя авторитет больше. Как это все равно? Старик, все, анонс уже. Завтра батл будет. Да? Конечно. Завтра. Завтра, завтра. Завтра ты проснешься знаменитым, старик, наконец-то. Завтра все увидят, кто у тебя за спиной стоит. Конечно, братишка, который прикрывает меня. Конечно, я был готов. Я, ты чувствовал, какое там было напряжение? Нет, кстати, напряжения не было вообще. Когда Гуф ударил Птаху, а потом Птаха ударил Гуфа, и началась драка. Ты помнишь, что произошло? Да, помню вообще этот замес. Вообще. Эти чабаки, как они полетели, эти взаимные чабаки. Помнишь? Потом как штрихи с ксивами повылазили, понял, это засада просто. Это. Засада. Что они были в группах поддержки. Йоу, а помнишь, помнишь, что вот тело то в маске, что было? Конечно. Спрашиваю. Конечно. Это ж, короче, штрих. Это ж, короче, штрих, который, короче, много кому бабок висит. Он даже ювелиру висит бабок, прикинь. Да ладно. Да. А что ты с него не спросил, как с понимать? Так, я это узнал уже после. Ну, вот ты кекс продустенный, конечно. Надо было подойти, трепануть его за махорку, сказать, слышь, зяблик, ты что, козюли ешь? Ты что, путаешь сладкое с соленым? Ну, как ты всегда говоришь. Я ну, не узнаю, куда. Я просто при тебе скромный, понял? Ты меня вгоняешь в тень, понял? Братан, так должно быть. Я прикрываю тебя, а когда меня нет, ты прикрываешь меня. Друг за друга. Конечно. Понимаешь? Это и есть бразобро, понимаешь? Вот, да. Генгши. Бразобро, понимаешь? Генгши, видишь? Скажи честно, ты хавку взял с собой в поезд? Не, я люблю вагонное печенье, оно тут нормально продается. Скажи, пожалуйста, а можешь видос на продоле, ну, на, в коридоре показать, что там такое? Конечно, сейчас. Тут... персидские ковры, понял? Ковришка. Все четко. А ты оттуда да. Куда? А, слушай, а ты, я думал, ты в это, в плацук едешь, а ты там все на... Не, ты что? Да? Конечно. Там смальцем смазано, ты не соскользни такого лакшери, братан. Ты если забрался, а ты на пальме будешь спать или внизу как-то? Да, на пальме, на, как авторитетный да человек. Да. Но... Пожужжи как там, гейнстер. Растолкайся, ты что, шутишь что ли? Да на не, пальме. Конечно. Я уже ноги заставил, чтобы кровать не расстелил. Ты что? Братан, ты просто разуйся и все, и там погаснут все. Не, я ж после того, как в Америке много лет прожил, у меня ноги не воняют больше, слышишь? Для тебе. Не, так я тебе добавлю, ну мне так кажется. А ты куда, ты все, ты на Раш куда едешь? Да, еду прям на газ. Прям на газ. Хороший панч, прям на газ. Прям на газ. Ты куда, брат? Я прям на газ. Прям на газ, люстер прям на газ. Слышь, сопровождение. А ты с кем едешь? С Чиполлино. Юлик, ты чё? У него ж погоняло ювелира. Ювелир. Чиполлино. Братан, ты с ним в одной хатке ползёшь или нет? Да, вот. Мы чалим. Да. Скажи, на он это самое... Скажи, он душный пассажир, если не может толковать о чем-то? Или он так? Он нужный пассажир. По верхам там царапается и все. Он нужный пассажир, у нас еще две грандмазы. Кого? Грандмазер едут. Две хорошие женщины. Его, это его. Мы в прошлый раз попросили, чтобы вы в купе сидите, вы можете хотя бы дать какую-то ну, культуру показать, что вы не просто быдло, а то гопники. Что ты говоришь хорошо да, по-английски? Вы... Можешь ему сказать, мистер Ювеле? Excuse me. Ой, мэй. Ой, мэй. Ой, мэй. Russian boy. Это ж чисто русский сон. Russian boy. Ты в поезде сейчас такой не болтай, дурак. А то тебе сейчас садят там. Так у меня... Russian boy. Видишь, какой у меня бесстрашный Овен. Прям как Майкл. Да нет, ты же водишь. Бесстрашный Овен. Какой у меня бесстрашный Овен? Я говорю, Овен. Скажи, пожалуйста, ювелир, ты меня слышишь? Да, слышу. Этот, бля, я хотел сказать, что ты дурак, но не слышишь. Это, слышишь? Скажи, пожалуйста, что последнее... Ростовский штрих. Скажи, пожалуйста, что последнее было вопиющее в твоем общении с Киевстонером? Что было вопиющее? Скажи, пожалуйста.
Вчера я сплю, значит, а он мне звонит в 11 ночи. Вот... Ого, нормально. Фокус есть. Да ты что, кучеряво отдыхаешь? Райдер. Это райдер. Лёха Седой, посмотри, на банке просто. Он там, видишь, грустное лицо, он плачет. А что, он пуэра перепил, слышишь? Нет, он просто грустит, он просто понимает, сколько мы схавали и будем сейчас схавать, и он мне просто плохо ему становится. Сорвалось что-то у Лося. Так, всем привет, Ростов, привет. Кто еще есть в эфире? Последний эфир, потому что сейчас у нас будет кусь-кусь, и я боюсь, что мы, хлопцы, зараз... Вот. О, Мэри Прайор. Ну, здравствуй, Мэри. Как твои Привет. Дела? Как твои дела? Отлично. Ты из какого города, скажи, пожалуйста? Из Минска. Из Минска. Как в Минске сейчас погода? Как дела? Как вас повезло, Господи. Что в Минске нового? Скажи, пожалуйста, что происходит в Минске? В Минске, да ничего. Снег. Ты чем? Ты просто дома? Ты одна дома или с подругами, или с друзьями, с кем-то, или с родителями? Родители приехали. Круто, это же счастье. А ты прям ты из Минска или ты откуда-то, из Белоруссии? Не, я из Минска. Да? Коренная минчанка. Да. Минчанка. Угу. А сколько тебе лет, скажи, пожалуйста? А что, сколько? Лет. А, лет 16. О, 17. Уже нормально ты сбрасываешь. Скажи, пожалуйста, ты помнишь Деда Бородеда? Такого героя? Или ты не застала? Ну, что-то такое, да, помню. Посмотри, пожалуйста, у тебя просто задание. Вот будет, если возможно, зайдите в интернет и все посмотрите. Я когда жил в Беларуси, там вот по телевизору показывали вместо «Спокойной ночи, малыши» Деда Бородеда. Вот я запомнил всю жизнь. Такой грипп, Дед Бородед, грипп, наверное, да? И посмотри, пожалуйста, о том, хорошо, как было раньше в нашей юности. Передай да, привет, кому хочешь, друзьям, Минску, всем. Я даже не знаю, кому передать. Я сейчас, секунду. Ну, передай привет Минску, своим друзьям, где ты учишься, в школе, в институте, всем передай привет. Передаю привет там всем, кто смотрит. Но. Это моя мама. Здравствуй. Здравствуй. Мама? Такая молодая мама. Просто я думал... Да. Я самая... Как вы думаете, сколько ей лет? Я самая молодая мама. Маме 32. Нет. Сколько? 36? 40. Ты что, мой возраст? Выдаёшь. Я не верю. Секрет, мама. Все, отдай маме. Не разговаривай с нами. Отдай маме телефон. Ты нам не интересна, маме. Мама, дорогая, скажи, пожалуйста, секрет. Продолжи. Секрет потрясающей молодости. Что нужно делать, чтобы вот так выглядеть? Отдай маме телефон, бессовестно. Что нужно делать, чтобы вот так выглядеть? Что нужно делать? Секрет молодости. И все. Картинка зависла. Дорогие друзья, посмотрите на эту замечательную дочь и мать. Какая они замечательная, говорит. Минску привет. Наша программа «Говори, почему же ты молчишь» подходит к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Мы вас крепко обнимаем. До свидания. Говори.